Прошу вас. Если бы я знала, что вы придете... Ничего, дочка, не суетись. Я просто зашел спросить, как ты поживаешь. Шахрезад, у меня занятие, мне пора идти. Хорошо, Гани. Удачи тебе. Вернешься вовремя? Как только закончится, я сразу приеду. Хорошо. Удачи вам, дядь Бурхан. Всего доброго, увидимся. Ты задержалась, Шахрезад. Представь себе, я волноваться начал. Да, я с раннего утра бегаю. Занимаюсь участком под фабрику, но только все это так сложно. Да, не говори мне про него. Мы чуть прохвостом на удочку не попались. Еще бы немного и лишился бы Лиз Бурхан и в Леоглу своих личных денежек. Откуда вы это узнали? Вчера Анурбей в Ташхан приходил. Он услышал об этом участке от Гани. Благодаря Ануру вопрос будет улажен. Неужели? Теперь вашими проблемами сам Анурбей занимается? Что вообще этому человеку от вас нужно? Как ты сурова. Мы с Анурбеем бизнесмены. Это понятно, но Бурханбей, любая встреча с ним чревата... Шахрезад, послушай меня. За свою жизнь я много раз вмешивался в дела, которые меня не касались. Кому-то я помог, а кому-то наоборот. И вот теперь я давно уже не сую нос в чужие дела. Бурханбей, прошу вас. Скажу только одно, Шахрезад. Анур этого не заслуживает. Но вы не все знаете. Я знаю все, что мне нужно знать. Вчера мы долго говорили с ним по душам. И я услышал, что в мыслях его живешь только ты и никто другой. Над такими чувствами не глумятся.